Курс «Экстремально важно на льду» — это самый массовый, самый полный, самый затребованный курс по программе повышения уровня водительского мастерства в зимний период. Курс проводится на ледовом автодроме 5 дней подряд с понедельника по пятницу по 3 часа в день, в дневное и вечернее время. Занятия проходят на своих автомобилях в группе. Водитель сидит один за рулем, инструктор руководит по рации. Курс рекомендован водителям со стажем не менее 6 месяцев ежедневной водительской практики и устойчивыми навыками управления автомобилем. Лед – самое сложное покрытие, которое может быть под колесами автомобиля. Благодаря большому количеству повторений и высокой интенсивности занятий формируется мышечная память, позволяющая выходить из критических ситуаций, не задумываясь на уровне подсознания. Ключевые упражнения на курсе. Экстренный разгон и экстренное торможение с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля. Снос или скольжение передней оси. Практически все водители сталкивались с ситуацией, когда на скользкой дороге после поворота рулевого колеса автомобиль не идет к повороту. Мы моделируем эту ситуацию и тренируем различные приемы выхода из нее. Заносы или скольжение задней оси. Тренируемся их вызывать, управлять и стабилизировать автомобиль после. Вращение на 180 градусов даже у опытного водителя может вызвать психологический шок. Что автомобиль вы стабилизируете сами. Легко, буквально автоматически. Мы работаем со всеми типами приводов, с любыми системами стабилизации. Тип коробки передач также значения не имеет. Скользкое покрытие требует умения ювелирно управлять рулевым колесом, так и взрывного импульса при вращении рулевого колеса. Например, выход из апнического заноса возможен только за счет точного, грамотного и иногда сверхскоростного вращения руля. Перед выездом на лед я настоятельно рекомендую отработать все правильные действия на тренажере, на курсе теории скоростного вращения руля. Тогда эффект от автодромной подготовки будет во много раз больше. Курс выполняет такие задачи безопасного управления автомобилем. Познакомиться со своим автомобилем, понять, что умеете, что не умеете, узнать свой автомобиль. Разные автомобили ведут себя в экстремальных ситуациях по-разному, особенно на скользком покрытии. Получить психологическую подготовку, не бояться экстремальных ситуаций, например, вращения автомобиля, не впадать в ступор из-за страха, бороться каждую долю секунды. Видеть, как ведут себя другие автомобили в критических ситуациях, поведение машин в следующие доли секунды. Автомобиль может скользить и вращаться на любом покрытии. На льду мы имеем возможность разобраться с этими процессами на минимальных скоростях, безопасно для автомобиля. Все упражнения на автодроме не выходят за рамки стандартных эксплуатационных нагрузок на автомобиль. И это проверено на тысячах водителей и их автомобилей. Занятия полностью безопасны, при условии, что будете выполнять рекомендации инструкторов. Только клуб Extreme Drive готовит специализированные автодромы, безопасные для машин и зрителей. В вечернее время наш автодром освещается. Разрешена фото- и видеосъемка. Работает наш оператор. Экстремальная ситуация на скользкой дороге почти всегда заканчивается аварией. 10 часов на автодроме – это 10 лет на дороге. Приходите на курс и водите грамотно и безопасно.